Ну что, добрейшее утро, друзья. Life on 4K возвращается с новыми мнениями, идеями на матчи, которые играются в Европе. Сегодня очередной тур чемпионата Турции, где Giresunspor принимает Алтай. По этому матчу многого, в принципе, не скажешь. Giresunspor недавно прервал свою победную серию. В клубе есть знакомый российским болельщикам и Бальде, и Шапи Сулейманов. И новичок турецкого чемпионата в первые туры выглядел немножко скованно, немножко зажато. Но прошло время, и команда обрела себя и начала показывать неплохие результаты. Их соперник Алтай, Мустафы Денизли, чередует удачные матчи с менее удачными, пытается показать себя, показать свой характер, и частенько матчи с участием Алтая проходит в борьбе. Команда Кусачи, команда показала зубы, и на выезде с Галатасараем в Стамбуле Териму пришлось попотеть его команде, чтобы не проиграть матч команде из Измира. В данных реалиях, которые мне видятся, я считаю нужным озвучить свое мнение на данную игру, и они будут склоняться к тому, что игра закрытой не будет. Да, поражение одной из команд не сильно ухудшит положение, и ни те, ни другие не упадут в зону вылета, но тем не менее, на победу будут играть все, и в Турции не принято играть в закрытый футбол, и, естественно, человеческий фактор выйдет на первую роль в данном матче. Я считаю, что игра будет не закрытой, как я уже говорил, с обилием моментов, и поэтому стоит, наверное, заиграть. Обе забьют, да. А так как Алтай Кусачи команда умеет закрывать соперника, а Giresunspor будет продолжать возобновить свою победную серию, стоит рассчитывать на большое количество угловых. Естественно, тотал угловых делает 9,5 больше. Вот такие мысли, друзья, вот такие прогнозы. Помните, Life on 4K – это канал публицистического характера, и он не призывает делать ставки на спорт, а делает превью перед особо важными матчами, по мнению основателя данного канала. До свидания, удачи, не болейте и берегите себя.